Дорогие наши студенты, будущие учителя, дорогие учителя, я от всей души поздравляю вас с праздником, Днем Учителя. Я всю свою сознательную жизнь работал на ниве подготовки учителей. Это и до сих пор работаю с ними в разных регионах России. Мне эта категория нашего населения очень близка. Я знаю, какие это особые творческие, болеющие за свое дело люди. От всей души вас поздравляю, желаю вам всяческих успехов. Я присоединяюсь к поздравлениям Александра Григорьевича и хочу сказать, что пока у нас есть такие люди, как Александр Григорьевич, у нас есть и хорошие школьные учебники, и это дает нам возможность осуществлять подготовку будущих учителей действительно с той долей энергии, интереса, который мы перенимаем от Александра Григорьевича, от других наших коллег. С праздником, дорогие учителя, с праздником, с Днем Учителя!